Nissan GTR, и когда у меня был Nissan GTR, я думал, что это машина. Ну, я сейчас думаю, что это машина. Просто я думал, что это крутая тачка. Я думал, что японцы, в принципе, просчитали, сделали то же самое, что немцы. Но когда я очутился за рулем Porsche Turbo S, только тогда я начал понимать, что жизнь не так проста, как мне кажется. Тест-драйв от Давидыч. Porsche Turbo S. Пиздец! Какой нахрен GTR? Вы чё, ёбнутые, что ли? 230. Ебать! Надо успеть сейчас остановиться, понимаешь? Очень быстрая тачка, в 1000 раз качественнее салон. Не нравится, как выглядит внешне. Очень комфортный салон, не такой, как в Nissan GTR. В Nissan GTR ты чувствуешь себя странными вонючими трусами, которые засунули в стиральную машинку, причем такую, не в Samsung, а в какую-нибудь, блядь, вятку, старую, такую, коммунистическую. И вот тебя там, как грязные трусы, короче, вот типа крутят. Вот это примерно такое ощущение от салона Nissan GTR. Поэтому всех владельцев, которые делают вот так на Nissan GTR, вот так руку вытаскивают, и с очень серьезными ебальниками туда смотрят и такие: на Nissan GTR, блять, такие мудаки вообще, так выпендриваются. У вас машина стоит 100 тысяч долларов, что вы выебываетесь, а? Ну реально. Заметьте, владельцы Turbo S'ов так себя не ведут. Культурно, как правило, в рубашечке, в пиджачке, тихонечко так. Да, есть такие дебилы, типа меня, но как бы они везде есть. Здесь не стоковый выхлоп. Стоковый выхлоп так не звучит, 100%. У этой машины достаточно хорошие тормоза. Как показывает практика. С точки зрения управляемости, я всегда говорил, что Nissan GTR — это очень хорошо управляемая машина. После того, как я покатался на Porsche Turbo S, я забираю свои слова обратно. Nissan GTR просто идет нахуй по сравнению с тем, что может этот автомобиль. Вообще не напрягаясь. Знаете, сколько мы едем? 50-55 километров в час на круговом движении. Просто попробуйте ради прикола сделать это на своей Honda Civic. Просто невероятно. И причем я хочу сказать, что здесь брусчатка. Здесь реально брусчатка. Он стоит на месте. Очень круто. Fucking friendly with the banks, man, and I don't mean Bill Carter, Hillary, or Ashley.
Японии собрались три японца. Такие серьезные парни, такие говорят: нам нужно отъебать Porsche 911. Один говорит: это невозможно. Они больше чем 30 лет собирали информацию у клиентов, у владельцев этих автомобилей в разных странах. Как вам сделать лучше? Лучше вот так кнопочку сделать или вот так? Лучше вот тут сиденье так двинуть или нет? Как вы хотите фару, чтобы она была вот под этим углом или под этим? То, что вы сейчас видите в кадре, строилось и улучшалось. Это бриллиант. Бриллиант 2015 года. Не до конца настоящий, но бриллиант. Японцы сидели и думали, как можно взять Nissan Micra и заставить его отъебать Porsche 911 Turbo S. Невозможная задача. Поэтому они начали придумывать что-то нереальное. Они придумали Nissan GT-R R35. Сделали на него убыточную стоимость, потому что если взять Nissan GT-R R35, разобрать по болтам и продать по той стоимости, по которой его продают по запчастям, то запчасти будут стоить дороже, чем будет стоить весь этот автомобиль в сборе. Ребята, они взяли этот Nissan, поставили в него черный ящик. Да, они заставили эту машину рулиться, да, они заставили эту машину ехать, да, они заставили эту машину выглядеть, потому что мне нравится, как внешне выглядит Nissan GT-R, очень. У меня даже была эта машина, я ее покупал. Катался на ней недолго, я покатался на ней один год, и эта машина просто вся нахер сгнила. Я просто проехал первую зиму, снял передний бампер, и вся эта машина была просто ржавая, вся, полностью. Техническая часть Nissan GT-R устроена таким образом, что она не может сравниться с Porsche. В Porsche постоянно все дорабатывается. Porsche не греется, Porsche не хуже рулится, Porsche, ну, кому как, мне, конечно, для меня дизайн не очень, мне не очень нравится этот дизайн, но многим он, многие кайфуют от него. Телочки кайфуют, ну, особенно такие тупорылые, да? Есть, конечно, засранцы на GT-R-ах, которые могут отжахать эту машину, вообще базара нет. Но это Porsche, это качество. Это мега-супер качественная тачка. Кто бы что ни говорил, пойдет просто нахуй. Очень качественная тачка и очень дорогая. Вот эта машина, когда я думал ее покупать, стоила 12,5 миллионов рублей. Nissan GT-R стоил 4,5 миллиона рублей. Почти разница больше, чем в два раза. Но позвольте, Nissan GT-R настроен таким образом, что каждые 7-8 тысяч километров все колеса стираются, все колодки стираются, тормозные диски нужно менять. ТО безумных денег стоит. Здесь тоже все недешево, но это Porsche. И получается, что либо ты платишь за Porsche, и у тебя дохрена денег, ты едешь на Porsche, и все говорят: этот чувак едет на Porsche, у него Porsche 911 Turbo S, а этот чувак едет на Nissan GT-R, вот с таким умным ебалом в окне, и типа он крутой чувак. Ни хрена он не крутой чувак. Я вообще посмотрел, я вообще вижу, что огромное количество лохов начало ездить, что на 911-х, что на GT-R-ах. Вообще лохов становится на дорогах все больше. Я вынужден это признать. Потому что зачем покупать такую машину, если ты не можешь с нее забрать полностью весь потенциал. Вот так всегда. Нету ни одного ящичка в салоне. Ни одного места нет, куда вы можете положить мобильный телефон. Еще что-то, еще что-то. Все летает по салону, как говно. В этом плане, конечно, у Nissan GT-R чуть-чуть получше. Ну, с точки зрения задних сидений вы все поняли. Тут если джахаться, то надо кобылу класть вот сюда. Вот сюда на капот, поднимать ей вот так ляжки и напихивать ей вот так. А не обращай внимания на то, что ты находишься где-то в людном месте. Вообще. Наркотики. Херня какая-то. Панорамная крыша или что это? Ну да, типа панорамный люк. Люк. Вот. Сюда охлаждение, сюда масло. Мобил один, Porsche. Все.
Но знаете что? Хотите, я вам скажу честно, с точки зрения разгона? С точки зрения разгона Nissan GT-R дает больше удовольствия, чем дает Porsche 911. Клянусь вам. Nissan GT-R не хуже поворачивает. Да, у него ублюдское название Nissan. Да, у него ублюдский салон. Да, сука, он стоит сегодня там по новому курсу там 5,5 миллионов рублей. Но Porsche не стоит этих бабок. Просто не стоит. Керамические тормоза воняют как говно, не останавливаются. Я не могу сказать, что они тормозят космически, намного лучше этих железяк. Я думаю, японцы сделали это 100%. Они взяли, посмотрели, как у нас тут будет на керамике и как у нас тут будет на железе. И пришли к выводу, что на железе не хуже. Вот и все. Просто железки как расходник идут и все. Но он валит. Он валит, он побеждает. Да, есть моменты, да, гниет, да, то, да, все. Но, ребята, он стоит 5 миллионов. Вы хотите сказать, Porsche Turbo S намного-намного круче? Базарю вам, смотри. Что это? Вот это что такое? Я бы дилера этого в рот выебал за такую канитель. Не возбуждает он меня. Но, знаете, вот подходишь к телочке, смотришь на нее, такие сиськи, такая жопа, у нее хочется ее джахнуть. А вот здесь такого нету. Ну, нету такого. Подходишь, ну, Porsche, Porsche. Ну и что? Ну и что? Прикол-то в чем? Где этот кайф? Вот эти 1000 фанатов Porsche, у меня Porsche, у меня Porsche, Porsche это круто, Porsche это такое, это сякое, это такое крутое, идите в жопу со своим Nissan GT-R. И чё? И чё? Чем она лучше? Где она лучше рулится? Не скажу. Она лучше разгоняется? Не скажу. Качественный салон? Окей. Это все. Это все. А еще мне рассказывают историю, что у Porsche это компания, у которой большая часть владельцев имеет автомобили и хранит их больше там 10 лет. Вы что, ебанутые что ли? А? Зачем это надо? Зачем хранить это дерьмо 10 лет? Через 10 лет приоры будут по щам давать этим машинам. Может, поехали? Но я считаю, что это дорого. Мне нравится салон, но на этот салон я забиваю ровно через 15 минут. И меня начинает бесить внешний дизайн этой тачки. Я понимаю, что тут типа высокие технологии. Но я понимаю, что за эти бабки он должен быть еще быстрее. Я понимаю, что Nissan GT-R стоит 4,5-5 миллионов рублей, и он не хуже этой машины. Поэтому, если вы будете выбирать между этой машиной и Nissan GT-R, посрать, что он называется Nissan. Покупайте Nissan GT-R и кайфуйте от него, он не хуже этой машины. И то, что вам будет рассказывать, что Porsche, он такой великий, он такой замечательный, он такой прекрасный, он такой супер-мега качественный. Это такая же тачка, которая точно так же будет ломаться и точно так же будет разваливаться. Ой, друзья мои, любители Porsche, простите меня, пожалуйста, но эта тачка говно.
GTR рулится не хуже. Он разгоняется, и GTR разгоняется не хуже. В моем понимании GTR лучше выглядит снаружи, но хуже внутри. Ожидал большего. Всем пока. Это был тест-драйв от Давидыча. Хулиганы. У вас, наверное, снег идет. А мы тут катаемся еще 300.